Redster S9, шикарная слаломная лыжа, мне очень понравилась, практически не хуже цеховой, но при этом намного легче, и это реально чувствуется. Хорошо, очень хорошо себя ведет на жестком, на льду, классно зарезается, держит короткую дугу отлично, среднюю, можно ее чуть подопустить, тоже на нее опереться, в общем, вообще шикарно. Ей вот идеально лед, бетон, жесткие склоны, и, конечно, она не для начинающих. Она требует хороших навыков от катальщика. Верхняя экспертная модель в линейке с коротким радиусом. Очень классная лыжа для совершенно разных, как оказалось, погодных условий. Значит, сегодня, как вы видите, снег разбитый, вчера был снегопад, вот, поэтому часть склона раскатана до льда, на части склона есть такие свежие бугры, бугорки вот этого свежевыпавшего снега. То есть на жестком, при очень хорошей закантовке, при средних и высоких скоростях ведет себя просто великолепно. То есть сама входит в короткие дуги. Если чуть-чуть не дожать, можно растянуть ее на среднюю, даже на длинную дугу. И при этом не бояться вылететь вот этот вот отработанный сбитый снег, потому что его она просто пробивает насквозь и продолжает ехать по вот этому жесткой хорошей подложке. Поэтому можно рекомендовать ее тем, кто любит хорошие скорости, кто любит короткие и средние дуги, экспертам. В общем, нас на трассовое катание, причем независимо от того, что на этой трассе есть. Крайне рекомендую.